На часі програма «Актуальне інтерв'ю». Я Артур Терещенко. І сьогодні про актуальне для України. Протести в Білорусі тривають вже декілька місяців. Вийшли проти чинної влади і в Росії. Чи загрожують ці мітинги Україні і чи можна дати прогнози, чим усе закінчиться? Про це я запитаю у нашого гостя Юрія Райхеля, політичного оглядача. Мої вам вітання знову у нашій студії. Здравствуйте. Про головне. Чим все, про що я зараз сказав, як це може відгукнутися для України? Знаєте, такі соціальні перетрубації і конвульсії, якщо говорити о режимі Лукашенка, то це типічні конвульсії. І щось подобне таким же конвульсіям ми вже починаємо наблюдати в Росії. Звісно, вони дуже трудно прогнозуються. Соціальні процеси нелінійні. И говорить о том, что вот это будет именно вот так, исходя из реалий сегодняшнего дня, конечно, не представляется возможным. Никто не мог предполагать 9-10 августа, что протесты в Беларуси достигнут таких масштабов. Более того, скорее всего, и руководители оппозиции в Беларуси не очень ясно представляли, во что это выльется и как сформируется такая сетевая структура управления процессами. Нечто подобное сейчас пытаются использовать белорусский опыт российские оппозиционеры, и российская власть в один голос кричала о том, что происходит белорусифизация протеста в России. Потому что эти две страны в силу объективных обстоятельств связаны как сообщающиеся сосуды. Все прекрасно понимают, что крушение режима Лукашенко немедленно крайне негативно отразится на режиме Путина. И наоборот, укрепление Лукашенко положительно будет воспринято для Путина и так далее. Поэтому, с одной стороны, эти протесты расшатывают систему, авторитарную систему в Беларуси и России. Это раз. А во-вторых, они провоцируют наиболее радикальные круги вокруг Путина, в частности, к каким-то таким, знаете, резким, назовем это резким шагам. Я говорю это потому, что если вот прочитать то, что Путин говорил недавно на Давосском форуме, там была онлайновая такая конференция, где он открыто угрожал Западу войной, в случае неснятия санкций, а не то, что неснятие санкций, на повестке дня их углубление. Собственно говоря, об этом президент Байден его и предупредил в телефонном разговоре. А с кем может Россия в данный момент воевать? Реально это только Украина. Потому что больше негде. Там, Южный Кавказ, они потерпели сокрушительное поражение из-за вмешательства Турции. В Центральной Азии ситуация для них крайне неблагоприятная, потому что практически все государства Центральной Азии так или иначе нащупывают процессы отдаления от России. Балканы? Балканы, они попытались устроить в Черногории пророссийский переворот. Закончился он тем, что пришедшие пророссийские политики подтвердили верность НАТО и европейскому курсу Черногории. Поэтому там тоже, ну, мягко говоря, успеха нет. Поэтому и угрожать реально, где может Россия, это только активизация на Донбассе. Но тут есть тоже встречные обстоятельства. И, видимо, сейчас в процессе, вот наш президент Зеленский давал развернутое интервью американской прессе, где, собственно говоря, были намечены те или иные шаги, на которые пойдет, видимо, будет пытаться найти поддержку в Вашингтоне украинское руководство, в том числе и в вопросах безопасности. Отсюда вариант первый. Военного вторжения широкомасштабного Россия сейчас в Украине не предпримет, а вот слова будут, и угрозы будут, и активизация российской агентуры здесь, ну, мы знаем, политическую, экономическую и так далее. Но реально военных таких серьезных шагов, типа вот там танковые вторжения и так далее, не будет. Не можу не спитати. Москва зараз дуже боїться зустрічі Зеленського у Сполучених Штатах з президентом цієї країни. Ну, как сказать? Чи пересторога якась?
Конечно, они прекрасно понимают, что если усилится украинско-американское сотрудничество, и в первую очередь военно-техническое, а дело к тому идет, и это будет в комплексе с теми антироссийскими санкциями, на которые, видимо, пойдет администрация Байдена. Сейчас об их объеме там идут большие споры. Там торгуют, в Вашингтоне. Торговые, персональные ограничения. Там очень большой спектр. И я же уже сказал, военно-технического сотрудничества. То, конечно, они в восторг не придут. И они, конечно, будут этому всячески препятствовать. Но, с другой стороны, у них слишком много проблем, кроме Украины, в российско-американских отношениях. И круг интересов России простирается далеко за пределами Украины. Это и Сирия, это Ливия, это Персидский залив, это Иран и так далее. Точно то же самое можно сказать и американской администрации. Там Китай на первом месте, там проблемы, он военный переворот в Бирме, это удар по, в том числе и по американцам. И стратегически Юго-Восточная Азия сейчас для американцев выходит, если не на первый план, но на ведущие позиции. Поэтому сказать, что Украина в американской политике займет первое место, это было бы, мягко говоря, преувеличение. Нам бы этого хотелось, но навряд ли это будет. Чи можуть таким чином Украину як державу розміняти? Нет, скорее всего, это невыгодно американцам. И они прекрасно понимают, они не доверяют России. Они не доверяют России, и они даже с самого начала заявили, что никакой перезагрузки не будет. На что поменять? Не на что менять. Позиции России настолько в этом смысле ослабли, что им нет никакого смысла что-то размениваться. То есть с Советским Союзом было о чем говорить и что-то на что-то менять. Москва предложила размен. Мы уйдем из Венесуэлы. Американцы даже не удостоили ответом, потому что ну уйдете, не уйдете, нам все равно там режим и так на ладан дышит. Поэтому обмена, размена Украины на что-то не будет. Это им невыгодно. Они же прекрасно понимают стратегическую важность Украины в Европе. Нет, этого не будет. Скорее всего, они займут позицию давления на Москву в ожидании деградации режима Путина. Якщо ви вже сказали про деградацію, точніше, час цієї деградації, коли це має статися по тим прогнозам, які ну, відслідковують фахівці, які кажуть, що північ зараз штормить? Так, да, там, звісно, шторм, але ми не можемо сказати, що це дев'ятий вал. Да, это волнение достаточно серьезное, но они не охватывают расшатывание режима, но не удары, которые могут его свалить. С одной стороны, маленькие удары валят большие дубы. Вопрос только в том, чтобы этих ударов было много. Достатня кількість. А вот будет ли такое количество и хватит ли сил у российской оппозиции достаточно расшатать режим Путина, который постепенно деградирует? Но ускорить этот процесс деградации, этого никто сейчас не скажет. Да и они сами не очень ясно понимают. Потому что организационный потенциал российских протестов на порядок ниже белорусских. Вот если говорить о том, как проходили протесты в Минске, то это просто организованные протесты единым центром. В России этого нет, потому что Новосибирск, там они пытаются, но Новосибирск сам по себе, Хабаровск не выходит. Почему? Они обижены, когда они выходили полгода, Владивосток их не поддержал. Теперь Владивосток выходит, а в Хабаровске вышло 20 человек. Понимаете? То есть вот это вот обстоятельство разобщенности этих протестных процессов и отсутствие единой системы руководства этими протестами – это одна часть. И вторая часть. Ну да, Путин вор. Это, конечно, как кричалка. Это, конечно, очень красиво по телевидению. Но реальной идеологии перемен
в России нет. Вот в Белоруссии есть. Там не просто хотят свержения Лукашенко, там есть целая программа демократизации страны. А в России пока этого нет. Ведь мы же от Навального реальной программы выхода на демократическое устройство России пока не увидели. И у меня такое впечатление, судя по прошлому, что мы навряд ли это и увидим. А чи є інші персони, які б могли б запропонувати суспільству цієї країни демократичний розвиток? Ну, такі люди є. Вопрос найближчі, принаймні, хоча б 5 років. Такі люди є, но реально, наскільки вони авторитетні по сравнению с Навальным. И самое главное, у Навального есть одно важное преимущество, которое, оно такое, которое, может быть, в будущем скажется. Это разветвленная структура. Штабы Навального есть в каждой области. Насколько они влиятельны в разных областях, мы сейчас сказать не можем, потому что вот практически половина руководителей штабов Навального накануне последних протестных акций были задержаны или арестованы. И это сильно сказалось. Например, в Удмуртии там, и в других городах. Ну и потом время очень холодное. Вы понимаете, когда 300 человек выходят в Якутске при температуре минус 50, то это уже подвиг. И то же самое в Иркутске, когда там минус 30, в Новосибирске минус 25. Это, конечно, мы себе не очень ясно это представляем. Поэтому мы очень не понимаем в полной мере, насколько проникло в толщу российского общества протестные настроения. Да, все брюзжат, всем не нравится там повышение цен там, на молоко на 19% там, и так далее. Но от этого до выхода на улицы и, самое главное, активное сопротивление режиму – это очень большая дистанция. И потом выйти – это еще полбеды. Ну, полгода ходили в Минске, и что? Ну, до речи, дехто з аналітиків кажуть, що Путін готов відстрілювати на дальніх підступах, а Лукашенко здатен виконати, скажімо, те, що у нас було в 13-14 роках? Лукашенко, да. Якщо Путін скаже, я підпираю тебе здесь, а в случае необходимости пришлю Росгвардію, а такое вполне возможно, то Лукашенко и Путин способны начать стрелять. В полном смысле этого слова. И тогда мы стоим перед такой развилкой. Или таким кровавым способом протесты будут задавлены, или страна перейдет грань гражданской войны. Потому что оружия в России очень много. И это очень небезопасные соседи для Украины. Да, конечно, мы должны считаться с тем, что, во-первых, гражданская война в России приведет к ее фрагментации. Страны с атомным оружием. Второе – это поток беженцев в соседние страны, и в первую очередь в Украину, по понятным причинам. И я сейчас не буду перечислять всего остального, что за этим может последовать. Конечно же, мы в этом смысле мы находимся на первой линии с точки зрения опасности. И вот то, как пойдут эти процессы в России, в каком направлении, для нас все опасно. И фрагментация России опасна, и усиление, укрепление режима Путина крайне опасно, по понятным причинам, в силу его агрессивности. Поэтому все то, что сейчас происходит в России, для нас представляет, ну, я бы не сказал опасность, но нужно быть начеку. С другой стороны, чем больше они будут заниматься внутренними делами, тем меньше им будет времени и денег, самое главное, заниматься Украиной. И тут может открыться определенное окно возможностей. Найбільш придатний сценарій для України, на ваш погляд, враховуючи 21-22 роки, принаймні так? Если украинская армия с помощью наших западных партнеров достигнет определенного достаточного уровня, чтобы дать отпор агрессору,
то ситуация, в частности, на Донбассе, где-то к концу 2021-2022 году может измениться в нашу пользу. Конечно, это очень много, как мы уже, многое будет зависеть от внутреннего развития России, от того, насколько западные партнеры окажут на нее экономическое и политическое давление вперемешку с военными демонстрациями. Я вам просто хочу привести пример. Два американских бомбардировщика, которые пролетели через территорию Украины в сопровождении двух украинских истребителей и совершивших круг над Азовским побережьем Украины и над границей с Крымом, вызвали, но я не могу сказать не то что истерику, панику в российских кругах, в Крыму в первую очередь военных. И вся эта российская пресса, ну, просто слюной, брызгала слюна, они кричали, что все, война завтра. Два американских эсминца в Черном море повергают их просто в ужас, потому что два американских эсминца сильнее, чем весь Черноморский флот России. О турецких я уже не говорю. Поэтому вот очень много будет зависеть от уровня поддержки наших западных партнеров, в первую очередь американской, которые они могут оказать Украине. То есть это все затягивается, завязывается в настолько плотный и сложный узел, что сейчас даже очень трудно представить, какова будет ситуация даже во второй половине текущего года. Ведь в сентябре там выборы в России. И если дело пойдет таким образом, то там могут быть достаточно серьезные всплески протестных настроений. Молдова. Ну, що сказати? Це наш теж сусід. Да, і теж багато уваги останнім часом прикута до цієї країни і з боку Росії. Ваш коментар з цього приводу. Молдова для нас представляет исключительную важность, потому что это стратегический сосед. И от того, как будет развиваться движение Молдовы на Запад и насколько оно будет синхронизировано с украинским, очень много зависит. Конечно, для украинской дипломатии очень важна проблема Приднестровья. Мы должны способствовать тому, чтобы оперативная группа российских войск, которая находится в Молдове, в Приднестровье, пусть она не такая большая, но она есть, чтобы она была оттуда выведена. Это коренным образом изменит нашу пограничную ситуацию в Одесской и Винницкой областях. Второе. Мы должны содействовать тому, чтобы огромные склады боеприпасов, оставшиеся от Советского Союза, у которых вышел срок хранения, не то что эксплуатации, хранения. Они находятся в селе Колбасное, в 6 километрах от украинской границы. Можете себе представить, там 40 тысяч тонн боеприпасов. Если там что-то, не дай бог, случится, то все ж полетит в нашу сторону, в том числе. И это тоже огромная задача. Перевозить их невозможно. Украина категорически не согласна их перевозить в Россию, потому что по дороге это может все разворотить. Их надо утилизировать на месте. И задача это, а Россия не соглашается. Ее боеприпасы, но она на это не соглашается. Уже Евросоюз деньги выделял на это. Это вторая задача. И третья задача состоит в том, чтобы решить те или иные проблемы экономического и политического характера, чтобы Молдова вместе с Украиной или Украина вместе с Молдовой двигались в сторону Европы. И если мы ослабим Украину совместно с нашими европейскими партнерами, в первую очередь Румынией, ослабим влияние России в Молдове, мы серьезно укрепим свой юго-западный фланг. Мы снимем угрозу для наших двух областей важнейших, устью Дуная, и очень сильно ограничим оперативные возможности Черноморского флота в западной части Черного моря. И вот это вот, еще очень много чего можно сказать, но это представляет для Украины, Молдова, исключительно важное государство.
И если Молдова будет двигаться в западном направлении и ослабеет ее связь с Россией, в том числе и финансовая, кстати говоря, то для нас это будет очень и очень хорошо. И, конечно, задача украинской дипломатии, и, видимо, мы это начали осуществлять, потому что визит президента Молдовы Санду в Киев был очень успешным. Мы, наши президенты, договорились об очень многих вопросах экономического и политического сотрудничества. И если внутренняя ситуация в Молдове, она там тоже очень непростая, и происки российской агентуры в Молдове еще большие, чем в Украине, потому что в Молдове открыто вещают российские каналы, и там очень сложная ситуация, в том числе и русский язык, как обычно, используется Москвой на полную катушку в Молдове, то, конечно, вот если бы эти задачи решить, а это задача текущего года практически, то мы бы очень сильно укрепили свою безопасность на достаточно важном стратегическом направлении. Ну і, мабуть, останнє запитання суто українське. Чого очікувати на політичній мапі внутрі країни? Скоріше всього, Росія буде намагатися компенсувати свої стратегічні провали на українському направленні попиткою тактичних успіхів во внутріукраїнській політичній житті. Насколько это будет эффективно, насколько у них это получится, это вопрос даже не к Москве, это вопрос к Киеву и к нашему руководству. Похоже на то, что наконец-то от этих всех таких вот призрачных мечтаний о том посмотреть в глаза Путину и подобное, наше руководство потихоньку начинает излечиваться. Но насколько быстро будет происходить этот процесс, мы сейчас не можем себе представить. Вот приедет наш президент из Вашингтона, там будет видно. Дякую. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Ну і за цю співбесіду дуже багато цікавих речей ми почули під час ефіру. І вам спасибо. Ну а глядачам 9-го на канал нагадаю, що у нас у гостях був Юрій Райхель, політичний оглядач. Я ж дякую всім за увагу. Пильнуйте себе. І хай вам щастить!